Последнее воскресенье перед началом Великого Поста – особый день в церковном календаре. Оно завершает так называемую «масло-сырную неделю», которая является своеобразной подготовкой к 40 дням воздержания. Минувшие 6 дней православные уже не вкушали мясо, и при этом из меню не исключались молочные продукты. Сегодня эта неделя завершается прощенным воскресеньем. Традиция просить друг у друга прощения в последний день перед постом родилась еще в Древней Церкви. В те времена монахи, отправляясь на долгие 40 дней молиться в пустыню, не могли поручиться, что смогут собраться на Пасху все вместе и в добром здравии. Именно поэтому перед уходом они просили друг у друга прощения. Этот трогательный обычай сохранился и до наших дней. Перш чем идти до посту, треба покинуть все злое, то, что старалось в жизни, за собою. И вот с чем можно поравнять наши кривды? Это как иржа, которая разъедает наши отношения помеж близкими, помеж сябрами. И вот, как эту иржу выкинуть, ее треба добро зачистить. И тогда уже, саправды, можно идти до Бога, когда ничего дрянного у тебя нема. Прощенное воскресенье во всех православных храмах совершается чин вечерний, по окончании которого все присутствующие в храме кланяются и просят друг у друга прощения. В это время литургически начинается чистый понедельник. Таким образом, христиане начинают Великий пост прощения и с чистой совестью.